приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 588-70. Продолжаем новостями фестиваля. На сцене камерного зала музея Чайковского гости из Азербайджана. Оперный певец Эльчин Азизов и пианист-виртуоз Мурат Гусейнов. В Клину с концертом артисты выступали впервые. О том, как прошел дебют, расскажет Татьяна Барольна. С минуты на минуту начнется концерт. На сцену Чайковского впервые выйдут народные артисты Азербайджана Мурат Гусейнов и Эльчин Азизов. Зрители в предвкушении. Знаете, даже вот прям вот мурашки по всему телу. Не дождусь, пока вот смотреть. Я артист незнакомый, Эльчин Азизов. Сведений мало, но я, например, очень заинтересована. Сейчас послушаем. Ну, наверное, если он солист Большого театра, наверное, это интересно будет и послушать его, как он поет. Он поет баритоном. Эльчин Азизов – азербайджанский оперный певец. С 2008 года он солист Большого театра, ведь многие его помнят по КВНу. Участник команды «Парни из Баку» еще тогда, в 92-м, его прозвали «Золотой голос команды». Сегодня Эльчин Азизов выступает на лучших сценах мира. И это отчасти заслуга Петра Ильича, признается певец. Каждый вокалист должен иметь дома маленький бюстик Чайковского и маленький бюстик Джузеппе Верди. В благодарность за то, что эти люди обеспечили нас работой на много-много лет вперед. В программе, конечно, Чайковский, Верди, Римский-Корсаков и Бородин. За фортепиано Мурат Гусейнов, пианист-виртуоз. На международных фестивалях он представляет культуру Азербайджана. На фестивале Чайковского исполняет Шумана и Равеля. И хотя в Клину пианист выступает впервые, говорит, чувствует себя как дома. Наверное, это благодаря все-таки публике, если было такое ощущение во время моей игры. Мне кажется, это все-таки благодаря и месту, благодаря такой вот, такому амбиансу, царящему здесь. И вообще, как бы мы на музыкальном действительно празднике. До конца праздника второго музыкального фестиваля осталось 2 дня. На сцене Чайковского выступят духовный хор Московской епархии и Государственный симфонический оркестр «Новая Россия». Татьяна Барулина, Максим Максимов, Юлия Левицкая. Новости дня.